Всем привет, это Оля, Северная Каролина. Сегодня у нас шопинг, да, но необычный шопинг в магазине. Сегодня мы идем на деливери. Особенности деливери в Америке. Как я сегодня получила посылочку и, в общем-то, ну, небольшое такое видео. Если помните, я в видео про банки даже говорила, что даже банковские карточки идут на доставку. Все идет почтой. Так что нюансы интересные есть. Посмотрим, что... Ну, может, вы расскажете, какие способы доставки вы использовали и как вы на этом попали. Поехали! Да, я заказала себе наушники. И в любом случае, если вы заказываете какую-то доставку, она приходит вот так. Ее просто кидают под дверку. Я их уже раскрыла, на самом деле. Здесь ничего нет. Это Walmart. Обычный пакет из Walmart. Ладно, поглядим внутри. Ну вот, распаковочка. То есть оно приходит все в обычном пакете. Я вчера просто заказала трое наушников в Walmart. Есть некоторые товары в Walmart, которые нельзя купить просто в магазине. Теоретически наушники на Apple, вот такие. Эти наушники я могла зайти в магазин и купить. Либо сделать пикап, то есть подъехать, они мне там уже заранее приготовят, я в любой момент подъезжаю, ну именно в тот момент, когда я там выбрала в приложении, я подъезжаю, не заходя внутрь магазина, забираю пакетик, предоплачиваю в приложении и забираю их. И третий вариант, есть такие товары, которые как бы висят на сайте Walmart, но они не принадлежат напрямую Walmart, они как это, типа Алиэкспресса, то есть это какие-то параллельные магазины, заключили договор, и они через приложение Walmart что-то там продают. Вот. У них по-разному. У них бывает доставка платная, бывает доставка бесплатная, бывает, что там на какую-то сумму, и тогда будет бесплатно. Ну, там можно смотреть, видно, кто продает. Таким образом, можно. Мы как-то даже забивали, очаковский квас продается в Walmart. Именно на доставке. Ну вот. То есть двое наушников мне пришли, третьи придут в понедельник. Потому что они вот как раз третьи были в категории недоступны на пикап. Ну вот и все. То есть, если мне что-то надо купить на пикап. Ой, не на пикап, а на деливери. Вот такое что-то, чего нет в наличии. В магазине, я могу выбрать это, увидеть, что, допустим, мне надо купить чего-нибудь еще на $30, чтобы доставка была бесплатная, чтобы не платить $6 за доставку, и накидать чего-нибудь еще в корзину, чего я все равно куплю в любом случае. Но они могут разбить это все на несколько деливери. У меня как-то было, что я выбрала что-то там на 20, сколько-то там на $30, и мне потом 2 недели везли. Одно привезли через 2 дня, другое через 5 дней, а третье как раз привезли как-то там какие-то губки для посуды я покупала. И они приехали вот буквально реально недели через 2. И, ну, мы могли бы запаковать все в одно место, то есть как Wildberries делают, в одном месте упаковывают и привозят. А если нет, они везут, то есть оно у них на разных складах, они разными доставками это все оформляют. Вот я себе купила новые earpods. Ну, потому что мои старые, где-то у меня старые, я могу показать, но они у меня были поломанные. Решила купить. И сын попросил, он тоже сломал. Как можно сломать наушники Apple? Оказывается, можно. Кстати, я ему выбрала там еще гарантия. Гарантия плюс $3 на 3 года. То есть, если он их уронит, там написано гарантия от Drops, от еще чего-то. Они мне их заменят. Вот чем мне нравится тоже приложение Walmart. Мы до этого купили какую-то штучку. Девайс для ингаляции. Также через приложение. И ну, там маска, она как-то вообще не прикладывается к лицу. То есть она как-то, вот она не подходит для детей, она не очень удобная. И я написала, что я хочу вернуть, потому что мне не нравится. Там пара очень мало, реально, как бы вообще ни о чем. И я написала это все в отзыве, что я ее хочу вернуть, потому что мне не подходит вот этот пластик, мне не нравится, мне вот это не нравится, и вот эта, и пара там мало. Это-то я все написала, и они такие, окей, thank you, you can keep it. Мне вернули деньги, и при этом товар они мне не написали, типа, привезите куда-то там и отдайте. Хотя по логике там для каких-то товаров, что да, они будут в любой Walmart, надо завести их и вернуть. А тут юбанки, я так,
И все. В общем, у меня осталось это ленингаляция штучка. Ну, она реально какая-то такая слабенькая. Так чуть-чуть там пара есть. Ну, ни о чем. Проще реально кастрюльку вскипятить и на дне посидеть. Но она очень мало пара дает. Вот так вот. Такие веселые покупки у нас. Ну, вообще, я не покупаю не только в Walmart, я покупаю в основном. Я сравниваю цены на Amazon, Walmart, и мы не были еще в Костко, я не собираюсь туда ехать. У нас от дома он очень далеко, минут 40 ехать или даже дальше. И чаще я там заказываю, допустим, типа AliExpress, Timu сайт. Shein еще бывает, разные сайты. Ну, все, любая delivery приходит и вот так вот падает под дверь. Либо если это American Post, вот USPS, тогда они либо кидают в ящичек, там почтовые ящики у нас, либо они туда уже в почтовый ящик кидают бумажечку, потому что, извините, оно по размеру не вошло, приедьте, заберите в офис. Поэтому, если когда у нас будет свой дом, нам надо будет большой ящик такой вставлять, я видела, их такие есть, чтобы они оставляли посылки. Вот. А так, в основном, да. И мы до этого, когда покупали тоже телефон, Apple, Саша такое. Ему пришло сообщение, что все, телефон доставлен. А мы в это время были в Нью-Йорке, мы ехали из Бронкса в Бруклин посмотреть Бруклин. Мы только доехали на метро до Бруклина, он такой, телефон Apple лежит под дверью. А он-то читал, что в условиях доставки, он под подпись, что там будет sign in лично в руки. Я говорю, да ну камон, это Америка, тут никогда никого, никуда, лично в руки, никакой. Телефоны бросают, телевизоры бросают под двери, все бросают под двери. И он такой, сел тут же на обратное метро и поехал, поэтому у меня, я, наверное, не делала, видела про Бруклин. Мы гуляли по Бруклину часа два вечером, вдоль океана, там по улочкам вот этим. Но без Саши, он не видел Бруклина. Побывать в Нью-Йорке и не увидеть Бруклин. Вот так вот. Ну, действительно, Apple телефоном мы тогда купил, и он реально лежал под дверью. Ну, как бы, кому он дался, да? Вот и все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока.